18 декабря свой профессиональный праздник отметили все работники органов ЗАГСа в России. В текущем 2017 году органам ЗАГСа исполнилось 100 лет. За всем известным в нашей стране аббревиатурой ЗАГС, запись актов гражданского состояния, ежедневный кропотливый труд работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека. Поэтому трудно переоценить значение работы профессионалов ЗАГСа в современном мире, как в масштабах государства, так и для каждого человека. Отдел ЗАГСа в Хасавюрте работает на протяжении долгих лет. Как рассказывает начальник отдела Улай Алижанова, в основу работы входит подходить ко всему со знанием дела. Самое главное – это, наверное, взаимопонимание между нами, работниками, и гражданами. Для того, чтобы граждане, знаете, с разными вопросами и позициями приходят. Да? Вот, только заходит гражданин, он весь уже думает, ну все, сейчас он столько всего наговорит, что лучше убегать отсюда. И, конечно, наша задача, чтобы выслушать спокойно, объяснить. История органов ЗАГСа Российской Федерации началась 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет о гражданском браке, о детях и ведении книг актов состояния, в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах. С тех далеких времен каждый работник ЗАГСа вносит свой личный вклад в построение правового государства и обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан, что в настоящее время имеет приоритетное значение. Специалисты отдела ЗАГС занимаются регистрацией, первичной регистрацией рождения, заключения брака, установления отцовства, расторжения брака и, в общем, такие внутренние работы, такие как исправлять ошибки, заниматься учетом корреспонденции. Главная цель нашей работы – предоставляем услуги и стараемся предоставлять эти услуги на высшем уровне, чтобы все граждане могли, обратившись, решить свои вопросы и довольными уйти с нашего отдела. По случаю профессионального праздника и юбилейной даты работники Хасавюртовского отдела ЗАГСа были награждены почетными грамотами от руководства муниципалитета за вносимый вклад и добросовестное исполнение профессиональных обязанностей. Кроме того, начальник отдела ЗАГСа была представлена к почетной награде Министерства юстиции Российской Федерации. Бика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».